думал, как на пожаре, нахуй. Звоним, говорит, летим, нахуй, блядь. Через полтора часа, нахуй. Все, час до вылета остался, даже чуть меньше. Прогреваем машину и поедем. Вон Серега пошел уже. Вот. Так, все. Я в аэропорту. Вот, мне вообще повезло, я встретил друзей сабовцев. Они меня прям довезли до самолета. Ну, соответственно, сняли с охраны. Вот. Сократили мое время. Вернее, увеличили мое время для подготовки минут на 10. Так что сейчас будем готовить самолет. Через 45 минут где-то у нас вылет. Вот. Все, ладно, снимать сейчас не буду. Сейчас особо несподручно будет. Все, нам надо взлететь раньше. Давай, запускайся, Серёг. Короче, не снял я Серегу, начальство, как обычно, звонит в самый неподходящий момент. Вот. У нас под конец сезона только полеты начались опять. Нас уже планируют домой забрать. Ну, в принципе, я хотел, чтобы мы домой поехали. Но, блин, деньги поперли. Уже что-то неохота уезжать. Ладно, пойду я машину заправлять, канистры набирать. Все. Едем сейчас на заправку, вон на Лукойл, заправим канистры, заправим машину уже, вот, ну и Серега прилетит где-то через 3 часа уже, ну через 4, там правда очередь на заправке,
Ну ладно, подождем, посмотрим. Все, машину заправили, канистры заправили, пора валить.